В одной из квартир в Приморском районе города сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, провели санкционированный обыск. В результате 5 человек привлечены к административной и 2 к уголовной ответственности. Обыск был проведен в рамках уголовного производства. На момент визита сотрудников милиции по указанному адресу находилось 7 человек. 5 представителей древней профессии, а также администратор и мужчина, который способствовал представлению платных интимных услуг. Правоохранители установили, что всего на Неве любви трудились 10 молодых женщин. За связь между жрицами любви и потенциальными клиентами отвечал администратор. При этом и она, и девушки были письменно проинструктированы о том, как нужно вести себя с клиентом. Жильем, продуктами питания, выпивкой, транспортом и охраной женщин обеспечивал тот самый 35-летний мужчина. За свои услуги он получал 50% от заработка девушек, часть из которых отдавал администраторше в качестве заработной платы. В ходе обыска были взяты вещественные доказательства, которые свидетельствовали о том, что в данной квартире оказываются услуги интимного характера за деньги. В настоящее время в отношении женщин, занимавшихся предоставлением интимных услуг, составлены административные протоколы. Администратору и сутенеру сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Их действия наказывают лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.